И чего только не видела эта торговая улица, соединяющая берег Волги с полевой Продольной. Она была родным домом для мещан и городской голодьбы. Горчишники чувствовали себя на ней, как рыба в воде. А вот дети из хороших семей забредать сюда просто так опасались. И правильно делали. На торговой можно было лишиться последнего. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».